Здравствуйте, на государственном телеканале «Западная Армения». Очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в Карабахе для обмена военнопленными и телами погибших. Противник применил ударный беспилотник по Арцваник и Ерицванг Сюникской области Республики Армения. Парламент Кипра принял резолюцию, осуждающую агрессию Азербайджана против Карабаха. Количество переброшенных Турцией в Азербайджан террористов увеличилось с 900 до 2000. Сильные пожары в провинции Хатай-Килики. Историческую пещеру в Западной Армении разрушили искатели сокровищ. Ереван и Баку договорились о прекращении огня в Карабахе с 12 часов 10 октября, сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам почти 11-часовых переговоров. В Москве передают РИА Новости. В ответ на обращение президента Российской Федерации Владимира Путина и в соответствии с договоренностями президента Российской Федерации, премьер-министра Республики Армении и президента Азербайджанской Республики, стороны согласились о ниже следующих шагах. Первое. Объявляется прекращение огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими лицами и телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного комитета Красного Креста. Второе. Конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Третье. Азербайджанская Республика, Республика Армения при посредничестве сопредседателями Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. И четвертое. Стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса. Противник применил ударный беспилотник по направлению села Ерицванг, а также населенного пункта Арцваник Капанского района Сюникской области Армении. Об этом сообщает Единый армянский информ-центр. Уполномоченный по правам человека в Арцахе Артак Бегларян сообщил, что утром азербайджанская сторона вновь нанесла удар по гражданской инфраструктуре Степанакерта. Парламент Кипра единогласно принял резолюцию, осуждающую азербайджанскую агрессию против Арцаха, сообщил на своей странице в Facebook депутат Национального собрания, руководитель группы дружбы Армения-Греция Мхитар Айрапетян. Палата представителей осудила также полную поддержку Турции, развязанной Азербайджаном агрессии с участием наемных террористов, а также обстрелы гражданских населенных пунктов и призвала немедленно прекратить огонь и вести мирные переговоры, сообщает депутат. Правительства Азербайджана и Турции создали альянс с террористическими группировками, который представляет угрозу для северо-западных регионов Ирана. Как сообщает Армен Пресс, об этом пишет иранский Машрех Ньюс. На сайте отмечается, что количество террористов, завербованных Турцией и переброшенных в Азербайджан, увеличилось с 900 до 2000. Согласно сайту, террористы происходят из группировок Султан Мурат, Джейш Аш-Шаркия, Феркат, Аль-Хамза и другие. Они дислоцированы на западном участке Тартара, а также на востоке приграничных участков линии соприкосновения, включая Ходжеван, Агдам, Мартакерт и другие. В провинции Хатай-Килики вспыхнули многочисленные лесные пожары. Горячий ветер раздувает пламя, которое уже вплотную подобралось к плотной городской застройке. Пожарные расчеты пытаются справиться со стихийным бедствием, но экипажей машин не хватает. В операции задействовано 50 машин, 2 специализированных самолета и более 300 человек. Пещера Палан в провинции Адамаян, Самасат, в Западной Армении, которая уже, как известно, сохранилась с каменного века и внесена в список археологических раскопок, подверглась нападению охотников за сокровищами. Археолог Юсуф Назли отметил, что железные ворота у двух входов в пещеру были сломаны и разрушены некоторые из 45 вырезанных петроглифов на стенах. В пещере Палан есть различные повреждения. Эти разрушения были сделаны местными жителями и другими похитителями сокровищ. Большая часть наскальных изображений была уничтожена и разграблена охотниками за сокровищами, отмечает он. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Сагак Саакян Акультсти Кач Патаны. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!